Встречи со специалистами управления всегда вызывают живой интерес у сельских жителей. Удобно, когда консультацию практически по всем жизненно важным вопросам можно получить в одном зале и не стоять в очередях. Вопросов возникает много, а съездить в город для их решения не всегда есть возможность и время. Меня интересовал вопрос образования, как поступить в городскую школу, ребенка оформить. Мне объяснили, помогли. Специалисты выездных консультационных центров ведут активную работу уже в течение 5 лет. Жители субцеха не упустили возможность получить рекомендации специалистов многих управлений. Сельчане, пришедшие на встречу, обращались с вопросами к нескольким специалистам. Дороги, водоснабжение, тарифы ЖКХ, строительство. На эти и многие другие вопросы жители сельского округа смогли получить ответы. Люди, проживающие на селе, подчеркивают необходимость таких приемов. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.